Из КНДР в Китай проследовал спецпоезд. И, судя по сопровождению, весьма вероятно, что в нем Ким Чен Ын. Об этом сообщило уже и южнокорейское агентство Рёнхап. Вокзал на границе был оцеплен спецподразделениями КНР. Если это так, то получается, что лидер КНДР решил провести совещание с китайским руководством перед своей очередной встречей с Дональдом Трампом.